Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить атмосферный платформер Dead Light. Умирающий свет или мертвый свет, как-то так. Короче, мы закончили на улице, посреди улицы, в дождь, в ветер, короче, в ураган, в этот... Нам бьет молния в голову, и значит нам вперед. Окей, Сиэтл небезопасно. Все, о ком я забочусь, в опасности. Да понятно. Все понятно, так. Что там? Мы писали, короче, что дальше там будет кривое управление, кривое это. Кривой паркур, ну, не знаю, посмотрим, да. Я думаю, после кефира нас. После прохождения кефира. Край эфира, короче. Нас ничего не остановит. Так, отлично. Как и договаривались, если можно оббежать теней, значит мы будем оббегать их. Смотрите, машина, да, перевернутая лежит. Окей. А, здесь ползти. Оп, тихо, стоп. Погоди, так, смотри, там тени стоят. Унылые тени. Так, что-то нам... Что-то нам надо... О, что-то громко-то упал. Рунди, Рунди. Рондо, ты что-то громко падаешь. Так, окей. Значит, давайте вот здесь по верху пройдем. Смотри, можно туда и можно наверх. Ну-ка, давай. А, здесь надо разбежаться, наверное. Вот так вот сделать, да? В смысле... Можно было, в принципе, перепрыгнуть, наверное... А, там бы мы не пролезли, смотри, да? Тут колючая проволока на заборе. Так что мы правильно сделали. А я-то думал, я разбил эти доски с целью того, что там может быть какой-нибудь секретик. Окей, куда ты упал? Так, не пугай больше. Новости были правдой. Что-то случилось в городе. Люди пошли на войну с тенями. Военные и простые люди. Все кончилось плохо. Да, смотри, какой беспредел здесь. Военный, смотри, джипарь стоит разломанный, пулемет, оторви пулемет и пошли. Ты чё, не герой что ли? Оторвал пулемет и пошел косить всех. Как это обычно, знаете, в экшонах бывает. Так, таксис, таксис. Погоди. До сюда мы... А, нам не допрыгнуть. А, теперь нам даже наверх не запрыгнуть. Окей. Нам придется идти сюда. Мы поползли. Поползли. Прям, слушайте, да, такая тишина прям нагнетает. Так. А, типа не работает. Надо что-то сделать. Окей, я понял. Но я так понял, нам надо ящик вот этот вывести на улицу. Давай. Попробуем что-то сделать, наверное. Подать питание, наверное. Смотри, там лежат. О, воу-воу-воу, смотри, стоят. А в темноте им. Они не слышат в темноте, что ли, да? Смотри, это лежит тут. Ну-ка. Нет, не убить. Я понял. Ну, я сейчас подам питание, короче, они оживутся. Смотри. Задвигались, падлы, задвигались. Оба-на. Оба-на. Электричество. Электричество, мать его. Надо поверху. Хера их тут столько. Офигеть. Так. Оттолкнется? Да, оттолкнется. А, ну мы же так уже прыгали, да, отталкивать. Да что ты творишь-то, ну? Силы некуда девать, что ли? Потащили. Ну там половину электричеством, короче, захерачило. Это нормально. Ползли. Наверх. Смотри, там этот поезд тоже разрушенный, да?
Машина, смотри, шатается. Воу, упала. Ну хоть птицы здесь нормальные, не кусают, как в этом резиденте, знаете, да, допустим. Так. Какой-то офис. А вон там, смотри, сидит. Сидит, смотри, кого-то ждет. Наверное, меня ждет. О, там, смотри, бегут. Опа! Опа! Чуть ли не с ноги там дверь выбили. Погоди. Блин, а он туда, а здесь-то что, есть? Так, айди незнакомцы. А, его имя Экеорнс. Орнос. Там больше ничего не было. Ну ладно. Рисковать не буду. Оп. В принципе, я так и думал, что зацепится. Так. Отлично. Что там? Нидгестоно. Чехелин. Фрестант. Какие-то одни автомастерские. Знак, смотри, анархии. Так, ладно. Оу! А туда не пробраться, граница Сиэтла, 4 июля. Ну-ка. Ну-ка лежать. Добиваем. Смотри, башка только подлетела. Отлично. Так, а ничего здесь? О, аптека. Ну, аптечка, в принципе, аптечка нам не нужна. Нас пока еще не кусили ни разу. Что очень радует. Чтобы отскочить от стены, нажмите Space и ID, чтобы прыгнуть на стену, потом нажмите Space, и перед тем, как коснетесь стены, чью-то много тут наговорили вообще просто. Так, смотри. Бумага, на которой нарисован путь к убежищу. Здесь указано несколько улиц, Сиэтла и местоположение убежища, но почти ничего не понятно. Угу. Почти ничего не понятно. В смысле? У тебя есть целая карта, ты же взял карту целую. Так, я понял. А, нихера себе тут такие замуты просто. Вот с этим будет сложновато, наверное. Так, ага. Ага, ага. Погоди, смотри, там лестница. Тут нам не пробраться. А с разбега, что ли? Оп, допрыгнул, отлично. Ништяк, White Crest. Белый крест. Фармацевтическая компания Красный Крест. Почему красный-то? Почему я всегда красный? Наверное, потому что больница Красный Крест, да? Белый крест, фармацевтическая компания, короче. Нажмите левый Ctrl. Прократься и избежать урона. А, вот так, да? Так, окей. А чё ты? Окей. Смотри, там это. Туда и сюда, может, смотри, там. Давай сюда заглянем. То, что я так думаю, нам прямо. Впрямо идти, а здесь надо вот так перепрыгнуть в окно. Что здесь у нас интересного? Страницы из старой медицинской книги. Некоторые фрагменты выделены. Прямой контакт с жидкостью инфицированного, такой как кровь, типа опасно, да? Ну это понятно, что опасно. Это было, по-моему, везде. Да что ты, почему ты залазишь-то? Это, по-моему, было везде. Во всех, даже вот в фильмах, да, про зомбарей, короче. То, что попадение крови. Даже помните фильм, короче, 28 дней спустя. Там чуваку, короче, с этого ворона клевала, там какое-то мясо, короче, зараженное. Из клюва капля крови упала прямо в глаз, короче, и тот заразился, прикинь. Такая вот замут там был. Кстати, клевый фильм, советую посмотреть. Кто не видел. Да почему? Окей. Так, смотри, телек. А телек ничего не сделать, да? Сколько мух. А, труп лежит. Ё-моё, я думаю, чё мухи-то летают. О, смотри, снизу свет загорелся. Ладно. Опа! Чуть не упал. Чуть не чикандрикнулся. Музыкальная шкатулка. Шеннон подарила Лидии такую же на день рождения. Они были здесь? Да ладно.
Точно, что ли? Не врешь? Музыкальная шкатулка, она напоминает мне о моем прошлом, воспоминания о забытом прошлом с моей женой и дочкой. Все трещит, да? Растерзанная семья, еще одно граффити, подписанное новым законом. Вот что бывает с теми, кто радует у смерти. А, крадет, радует. Ну, ладно, бывает такое. Я пытаюсь быстро прочитать, потому что, чтобы успеть прочитать. Поэтому... Это, наверное, вот эти вот знаки анархии, короче, оставляют этот новый закон, короче, да? Так, что у нас? Так, смотри, либо вниз, либо перепрыгнуть. Я что-то не понимаю. Внизу может быть какой-нибудь ништячок лежать. Вот. А если я перепрыгну, я могу пропустить ништячок. А может и быть там и ништячка и нет. Там может быть и просто зопа. Давай-ка не будем рисковать, наверное. Вот ты что сделал-то? А, он, смотри, может вот так даже карабкаться. Ладно. А там, смотри, чувак не встает. Может, у него ништяк какой-то, да? Блин. Мне сюда какой-нибудь обрез. Че, давай попробуем. Да, это так и есть, ё-моё. Кто-то разбросал с ними быстрый способ. Чё? Пошли вон все. Все вон. Отдыхай, отдыхай. Короче, там, не знаю, успели вы сами там прочитать, потому что я не успел. Меня здесь атакуют, блин! Убил! Ни хрена! Он такой махнул меня рукой, а я такой вот так вот, и все, и сдох. Ничего себе. Понятно, растерзанная семья и бла-бла-бла. Я тебя уже читал. Ты видал, да? Ты видал. Быстро, быстро. Быстро! А интересно, у того трупака еще чем-то есть? Так, над их головами еще одно граффити, они почти на каждом углу, как собачья моча. Ну да, я говорю, это, наверное, новый закон тут оставляет, короче. Так, а, вон там, смотри. Сюда можно зайти. В ящичках полутать. Утерянная страница из моего дневника, отлично. Что она здесь делает? 6 мая. Я нашел несколько вырезок из газет в доме старой женщины, которая решила забрать свою жизнь. У женщины было хобби в разгар катастрофы. Думаю, это произошло недавно, судя по воне от тела. Похоже, что объявили войну по всему миру. Живые люди против теней мертвых. Правительство не экономили на борьбе с болезнью. Они использовали армии, оружие, сотни врачей. Каждый защищал себя по-своему. В конце апреля атомная энергостанция взорвалась в Советском Союзе. Кажется, это было в Чернобыле. Смотри, Чернобыль упоминается даже. Он был брошен на произвол судьбы. Атомные бомбы были сброшены в Китае, Корее. Также похоже на юго-востоке Соединенных Штатов. На несколько дней мир стал гигантским огненным шаром. Я не знаю, что мы найдем в Сиэтле. На дороге можно встретить многих. Все они направляются в одно место. Безопасная гавань, убежище. Ну, туда мы и направляемся. Слушай. Типа, короче, вот в это время, да, в действие игры, когда что происходит, короче, произошел взрыв в Чернобыле, да, он типа говорит, и вот атомные бомбы там в Корее, в Китае, да? Ни хрена себе. Вот это замутили, а. Ладно, что, все больше здесь ничего нет? Ладно. Так, там электричество, походу, нам надо прыгать по ковшам. Давай так и сделаем. Оп. Отлично, а здесь вот? Вот здесь смотри. А, у нас выносливость даже кончается, когда мы так ползем. Неплохо. Так, смотри. Замок на лестнице. Нам, значит, туда не пробраться, надо, короче, какую-то тележку или что-то пододвинуть сюда, чтобы залезть. О, смотри. Я нашел револьвер 38 калибра. Да ну нафиг! Дни, когда можно было тратить патроны, прошли. 92-й, 2 мили к северо-востоку от Сиэтла, 28 дней до этого. В
Кэш-Ани, мы стреляли по всему и по всем, но одни впустую потраченных пуль прошли, Рэнди. Я не уверен, что ты должен делать это. Бен Паркер, с каких это пор тебя беспокоит чрезмерность? Мне нужно научиться стрелять из этой штуки. Я уверен, что мне это пригодится. А, смотри. Это не похоже на винтовку, которую ты носил в горах. Первым делом тебе надо зарядить его. Фишка заключается в том, чтобы быть быстрым, как те парни в казино с картами. Быстрые пальцы, нежные руки. Практика помогает совершенствоваться. Окей. Так, ты смотри, короче. Ну-ка, патронов, что ли, набрать? 12 патронов. А, 24 патрона максимум. Так, нажмите R, чтобы перезарядить. Что бы это, об этом думаешь, Бен? Отлично, товарищ. Теперь ты должен показать мне свою метку. Попытайся попасть в ту банку. А чё, каждый патрончик надо по одному, что ли? Это будет легко. Нифига, смотри. Каждый патрончик надо по одному, короче, пихать. А 30 патронов, короче, у нас есть. И сколько там? 6, 5 в барабане, да? Окей, так, целимся. Ух ты. Ух ты. Короче, это воспоминания из прошлого. А, смотри. Ну, в принципе, слушай, в принципе, удобно. Ну, малыш, мне нравится твой стиль. Давай подумаем о задаче потруднее. Эй, видишь ворону? Стрельни перед ней, чтобы она улетела. А можно я в нее выстрелю? Если я попаду в нее. Бедная. 36 набрал. И это не предел, что ли? Сколько патронов-то можно брать? А все? 35? У меня было 36, теперь максимум 35. Вы хоть определитесь, а? 36. Все. Окей. Так, что там, ворота надо? Я попал в ворону. Я думаю, что пора что-то сделать с этим бедным ублюдком. Жестоко оставлять его так. Давай закончим его страдания. А, это как раз время уже с этими тенями. Сделай выстрел, Рэнди. Давай правильно поступим с этой бедной душой. Выстрели в тень. Ну давай. Нифига так далеко. На, держи. Нет славы в том, чтобы убить мертвого еще раз. В этом теперь заключается выживание. Убедись, что всегда целишься в голову, Рэнди. Всегда в голову. Ну, это само собой в голову надо стрелять. Понятно. Понятно, чтобы убить, короче, любого зомби, или, как здесь говорится, тень, нужно стрелять в голову. Так, смотри. 12... А! Надо, короче, вон выстрелить просто. В замок. В смысле? Какой твердый замок. Отлично. Отлично все. Так, сразу зарядим. Патронов, правда, мало, да? Вот бы те 36 патронов, которые мы видели, да? В начале. Ну, не в начале, а вот в прошлом. Так. Окей, поползли. Преследуем белый фургон в центре Сиэтла. Наша задача уничтожить врага. Повторяю, преследуем белый фургон Чарли 1. Это парк... кемпер Паркера. Давай ты не будешь падать и ломать себе ноги. Как, у трупа ничего нет? А вот этого? 6 патронов. Отлично, погоди. Умри, умри, умри. У меня теперь есть пушка, я вас не боюсь, дятлы. Окей. Так, все здесь нет, да, больше ничего. А этого все патроны я все забрал. Да, я все патроны забрал. Окей. Ладно. Поползли. Центр города, Сиэтл, штат Вашингтон, 4 июля. 86-й год. Короче, какой-то супермаркет. Статус обновлен. Разбитые дома. Нечто ужасное произошло здесь. Это место не просто оставили. Здесь была битва. Большая. Люди сражались. Но что произошло? Это были военные? Похоже на сцену из фильма. Страшно подумать, что все это реально. Все это слишком невозможно. Знаешь, возможное невозможно. Че? А, это мы уже читали. Так. Окей. Свиные какие-то. Туши протухшие. Так. Ага. Надо с разбега. Оп. Отлично. Так, куда бежим? А, аптечка не нужна.
А интересно, здесь прокачка какая-нибудь есть, нет? Так, это не толкается, да? Значит, ползти. Так, смотри, наверх. Не допрыгнуть нам. А, это огонь преграждает мне путь. Запах ужасный. Если смогу найти способ его потушить. Давай искать. Давай искать способ потушить этот огонь. Так, погоди. Надо с разбега, что ли? Окей, главное не чпухнуться в огонь. Buy and sell. Foods. Buy. Купи и сохрани еду, что ли, или что-то? Buy — это ж купить, да? Так. Еще одна квартирка. А один незнакомца, его имя О. Элвуд Тул. Еще одна квартирка. Это коммунальная, коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страна. Так, окей. Оставим дверь открытой. Вот. Надо перезарядить. Это водонапорная башня, похоже, ветхая. Я могу ее прокинуть. Несмотря на состояние конструкции, бак все еще полон воды. А что надо? С пистолета, что ли? Ага, сейчас! Два патрона просто впустую. А что мне? Может, с разбега? Погоди. О, нихрена себе! Вот это он долбанул! Пустая трата ценной питьевой воды. Но я должен найти своих друзей, свою семью. Огонь теперь должен угаснуть. Фига он долбанул! Он там себе ничего не сломал, а, чувак? Жесть. Так, окей. Смотрите, они сразу поприходили тут на звук, на шум. Ну давайте. Подходите, я сейчас вас перепрыгну, короче. Ага, ага, вон, смотри, из дома вывалился. А, ему кирдык, наверное. Ладно, прыг. Ползи. Опа! Америка и Европа. Так, а что-то здесь темновато. Даже не разобрать. Куда идти? Так, смотри. Ой. Я думал, там уступ. Нет. Мы не допрыгнем до туда. А, уступ, смотри, допрыгнули. Так, а как мне оружие-то менять? Погоди, а как мне оружие поменять? Чувак. Да что ты зовешь-то? Кого ты там зовешь-то, а? Как мне оружие поменять? А, просто ударяешь. Короче, просто ударяешь. А туда не пробраться, не залезть. Ладно, окей. Я понял. А, просто на удар нажимаешь, он топором херачит, а прицеливаешься, он... пистолета. Жалоба, отправленная в департамент полиции Сиэтла. Здесь сообщают властям о постоянных угрозах от соседа с третьего этажа. Да. А, стоит тень, что ли? А да. Ну, давай. А погоди, я тебя могу топором. Ты здесь одна, в принципе. Я могу тебя топориком нахер зарезать. Так, все, здесь больше ничего нет. Допустим. Так, наверх не пролезть, значит, здесь как-то проход надо найти. Отлично. Так, погоди, наверх нет. Значит, здесь как-то. Понятно. Это отель, короче, это отель. Так, дырень, да? Погоди, а если... дырень куда? Понятно. Так, погоди, а в смысле?
вот так. Я понял. Так, в окно? А, вон, смотри, секретик. Отлично. А, патроны, патроны, патроны. Патроны, это хорошо. Патроны нам нужны. Ползем. Ползем дальше. Похоже, что эти доски блокируют путь на крышу. Я думаю, что те тени могут мне помочь. А, да? А, значит, наверное, призвать их надо. Иди сюда, толстяк. Как раз твоя тушка нужна для этих досок. Давай, давай. Давай, come on, baby. Какие же они тупые, а. Ну, тупые. Так, а теперь нам надо вниз. Вниз. Эту балку. Чё там? Уроды. Похоже, что у кого-то конец света не заладился. Каждый по-разному реагирует на страх. I'll kill you, freaks. I'll kill... Я убью тебя... Урод или, да, или, ну, короче, типа, что-то такого, да, написано. Я убью тебя, урод, типа, знаешь. Наверное, знаешь. Окей. Так, ну что, сохраночка прошла, дорогие друзья, вот, время видео уже подходит к концу, вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, обязательно комментируем, не забываем об этом. Никогда. С вами был Олесь.